Всем привет! И перед началом этого ролика я попрошу вас подписаться на мой канал на Яндекс.Дзен и также подписаться на мой влоговый канал. Внизу будет ссылка в описании. Там я снимаю ролики про свою жизнь. И сегодня у нас видео по теме обзор Тифлицы. Это первая Тифлица, также у нас еще вторая. Вторая выйдет в следующем ролике, так что обязательно переходите на канал, чтобы посмотреть ее. И вот сейчас я покажу нашу первую теплицу. Здесь у нас растут огурцы, перчики, баклажаны, немножко помидоры, арбузы, дыни. Так что сейчас все покажу, быстренько проведу небольшой обзорчик. Так, ну, вот такая теплица. Это у нас поликарбонат, она идет стандартная. Две двери, вот здесь вот и вон там, как вы видите, тоже. У нас сегодня пасмурно, так что пока нет дождика. Я быстренько покажу. Здесь у нас стоит бочка для воды. Здесь тоже всякие рейки, ведра, чтобы поливать. Так, и начнем, наверное, с правой стороны. Здесь у нас растут помидорки. Вот эти помидоры мы покупали, это черри 2. А вот эти вот, которые поменьше, мы не знаем, что это за помидоры. Они у нас вышли сами, видно, как-то посеялись в прошлом году. Вышли сами, так что мы их посадили вот так. То есть это вот, они сами у нас выросли вон там вот в конце, но мы их оттуда пересадили. Здесь у нас растет по краям петрушечка, здесь помидорки, перчик, вот это у нас арбуз вроде выйдет, вон такой вот неплохой кустик. Здесь также перчик, помидорки, перчик, и здесь вот у нас помидоры, и это вроде как дыни нам сказали, потому что мы не помним, что это были за семена. Вот, дальше, по центру у нас здесь тоже, как видите, помидорки, вот здесь вот по краю посажены баклажаны. Как видите, хорошенькие такие. И вот здесь вот все это перчики. Вот. И там вначале у нас помидорки. И вот здесь вот с левой стороны у нас уже идут огурцы. И вот, как видите, они немножко разделяются помидорками. Потому что посадить же было некуда, потом посадили вот так вот. Вот наши огурчики. Огурчики уже есть. Все снимаем, кушаем. Поливаем обязательно хорошо огурцы, чтобы они не были горькими. Вот я как раз сейчас пришел в теплицу, чтобы все полить. Как видите, все полито, да? Все цветет. Огурчики кушаем. И в конце здесь у нас растет лучок. Это на зелень, на покушать. Такой вот большой, хороший. Так что вот такая вот у нас теплица. Всем спасибо за просмотр.